После сильного урагана, бушевавшего в районе Флориды, почти неделю океан отстаивался. И теперь самое время выйти на охоту. Хозяева затопленной буровой вышки встречают нас с осторожностью. Сегодня очень сильное течение, поэтому, чтобы удержаться на месте, приходится держаться за веревку. После шторма появились черные групперы, но добыть их не так-то просто. Крупный группер очень осторожен, поэтому при появлении охотника он либо уплывает, либо прячется в рельефе. Такие узкие гроты, что его там не достать. Раненый Джек, получив гарпун, всегда пытается освободиться от него, забившись в риф или запутав линь о кораллы.
вот финал сегодняшнего дня мне удалось добыть рекордного для меня серого снайпера. Поэтому я считаю сегодняшний день весьма удачным.